Минспорта Коми стала победителем 3-го всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта 2023» в номинации «Продвижение лучших цифровых практик». Итоги конкурса подвели на 11-м международном спортивном форуме «Россия. Спортивная держава» в Перми. Оценивалась работа всех спортивных организаций региона, работа тренеров и региональных спортивных федераций. Отрасль физкультуры и спорта Республики Коми включилась практически с первых дней программы цифровизации отрасли в эту работу. Это на самом деле не пустые слова, это было так. Она одной из первых начала эксперименты с переводом журналов в электронный вид, с введением регулярных реестров данных в электронном формате. И уже, надеюсь, в ближайшем будущем будет потихонечку переходить к аналитике данных. Кроме того, в рамках форума подписано соглашение по взаимодействию регионального Минспорта с национальным фитнес-сообществом. Документ предусматривает сотрудничество, направленное на привлечение граждан к регулярным занятиям физкультурой, развитие фитнес-индустрии в Коми и совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в области спорта в Республике Коми.